Дорогие гости, дорогие друзья, дорогие молодые космонавты, у нас стала традиция каждый год, когда мы проводим смену космос и мы, приходить сюда на этом месте и возлагать цветов Юрия Алексеевича Гагарина. Человек, который впервые в мире полетел в космос. Он оправдал оптимисты, что в космосе можно жить и работать. С 1968 года было принято решение. Здравствуйте. Какие случаи?